Возьмите гигантскую сосиску и катайтесь на ней бесплатно в GTA Online. Также вступайте в наш клуб обладателей больших сарделек. GTA 5 супер приветствует вас и сообщает об уникальной возможности, которая доступна каждому игроку в GTA Online. Пока некоторые каждую неделю на протяжении нескольких лет подряд ругают Rockstar Games по любому поводу, пусть этих поводов давно нет, и все претензии хейтеров ходят по кругу, мы наблюдаем ситуацию, когда ежики плакали, но продолжали есть кактус, а точнее играть в GTA 5 онлайн. Возможно, что глядя на эту печальную картину Rockstar Games, пришли к выводу, что все негативщики такие злые по банальной причине, они просто голодные, и их рот нужно срочно чем-то занять. Поэтому всем хейтерам и их последователям явно стоит обратить внимание на большую сосиску, которую к тому же сейчас можно взять совершенно бесплатно. Есть и минусы, о них можно сказать сразу. Это не еда, и восполнить здоровье своего персонажа в GTA Online большой сосиской или сарделькой пока не получится. Возможно, что мы еще успеем увидеть такую возможность в следующем трейлере GTA 6. Тем более, что глядя на главную героиню GTA 6, Люсию, приходит мысль о том, что она любит на бегу перекусить парочку хот-догов и забежать в Макдоналдс за вишневым пирожком и диетической колой со вкусом малины. Так вот, пока вы делаете заказ в ближайшей пиццерии в любом сервисе по доставке еды, прокачайте свой бесплатный мотоцикл Western Rampant Rocket, который можно бесплатно забрать в автоклубе Лос-Сантоса за победу в любых уличных гонках GTA Online. Это могут быть как просто уличные гонки, так и дрифтовые и драг-гонки. Условие лишь одно – вам нужно финишировать первым 2 дня подряд. Если поспешить, то можно успеть. А если срок акции уже закончился, то вы можете приобрести мотоцикл Western Rampant Rocket, пусть и не бесплатно, но за небольшие деньги. В конце концов, GTA Online – это то место, где каждый может почувствовать себя миллионером и покупать любые штучки. Для тех, у кого нет времени, но есть большое желание и финансовые возможности, GTA 5 SU предоставляет возможность вступить в наш элитный сосисочный клуб и с ветерком носиться по улицам Лос-Сантоса на нашей большой сардельке. Это словно аренда автомобилей и каршеринг. Можем назвать это просто сосискошеринг, ведь сосисками всегда нужно делиться с окружающими. Тем более, что конструкторская особенность мотоцикла Western Rampant Rocket не позволяет брать с собой пассажиров и скакать по горам в округе Блейн, дразня Тревора и Рона, вам придется в гордом одиночестве. Поэтому обязательно возьмите с собой компанию других наездников. Можно даже организовать мотоклуб. Узнать еще больше информации можно на сайте gta5.su. Ссылку вы найдете в описании. Там же есть ссылка на оплату членских взносов в наш сосисочный клуб. И помните, чем больше ваш взнос, тем больше ваша сосиска. До встречи в онлайне.
I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll bring it by.